Мы с приятелем купили два билета на Гавайи. Поднимаемся по трапу, ром текилой запиваем. А мы летим на самолете через полземного шара. Курим Мальборо и приму мы с приятелем на пару. Стюардесса прибежала, нам куренье запретила. А мы, конечно, извинились, заплевали, загасили. А еще она сказала, чтобы пить мы прекратили. А вот это невозможно, это сроду не бывало. Вот спускаемся по трапу, за спиной висит гитара. Из штанов торчит бутылка, а во рту дымит сигара. Башмаки на босу ногу, на Гавайях это модно. Классно быть немножко пьяным, безмятежным и свободным. Загорелые мулатки офигенно симпатичны. А мы целуемся и пьем, нам пить и девчонок мало. Полицейский строго просит, чтоб вели себя прилично. Ага, помните ответ, да? А вот это невозможно, это сроду не бывало. Детей нет в зале? Утро раннее встречаем мы с приятелем в бунгало. Две мулатки между нами, еще трое под мангалом. Из одежды только бусы и зеленые сандали. Руки, деньги, документы прошлой ночью потеряли. Мне, конечно, деньги вышлет моя теща из Казани. И воришек быстро сыщут здесь полиции навала. И попросят, чтоб мы ночью меньше перенапричали. А мы им отвечаем. А вот это невозможно, это сроду не бывало. Возвращаемся. Мы летим на самолете высоко над облаками. Виски, пиво и мартини держим крепкими руками. Кстати, брюк с паспортами и деньгами нам вернули. И случайно перепутал наш земляк из Барнаула. 10 дней потом всем пляжем мы находку обмывали. Крыша съехала в бунгало, и кокосы пальм упали. Наши сладкие мулатки умоляли нас остаться. О май гад, Russian money, go away! А вот это невозможно, а вот это невозможно, а вот это невозможно, надо к теще возвращаться. Спасибо!